Инструменты, которые были даны в ходе курса, они были более практикоприменимыми, потому что они отвечали на конкретные вопросы. Харары — это конкретный вопрос, на который дается конкретный ответ. И в ходе работы оказалось, что вообще харарный... Для меня это был новый взгляд на тему харарных вопросов, и удивлением было то, что на такие вопросы не только можно ответить «да» и «нет», но можно рассмотреть карту шире и дать возможность клиенту более шире взглянуть на ситуацию и предложить альтернативные варианты решения по выходу из сложившейся ситуации. И мне показался курс даже коротким, мне хотелось больше и больше практиковаться, потому что с каждым занятием мы узнавали что-то новое и обсуждали свои жизненные ситуации, потому что не каждый харарный вопрос можно вписать в конкретную формулу, которая уже наработана годами, и это было очень интересно рассуждать, обсуждать вместе. Мне кажется, каждый студент нашего курса почувствовал себя на индивидуальном ведении, потому что мы очень много обсуждали и выносили на рассмотрение вопросы, которые были даны не только со стороны преподавателя, да, теоретические, но и также жизненные ситуации. И после завершения курса я начала практиковать, потому что мне хотелось больше и больше узнавать и развиваться в этой теме, и я рассматривала карты и вопросы своих родных и близких, друзей. Я осталась очень довольна. Я рекомендую Таше и Гошина, которые терпеливо и очень, очень конкретно, очень показательно смогли преподнести эту методику, доходчиво рассказать каждому из студентов, что из себя представляет харарный вопрос. И как можно рассматривать карту с точки зрения более широкого ответа для клиента. Для меня они показались достаточно инновационными, и я по-новому взглянула на вообще тему харарного вопроса и что он из себя может представлять.